Хей, hey, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием... Как она там? Гато Робокот. Так, сейчас немного... Оно разрешение портит, короче, меня. Делает на такой квадратик. И это довольно некомфортно, я вам скажу. Ладно, полетели. Тихо, тихо, тихо. Костюм не любит воду. А это босс. А, то есть, я понял. Изи. Все? Это был босс? Эй, Кики, помнишь, я про... Так, водопроводы говорил. Вон, смотри. Это беговая дорожка для котов, так, осуществляет... Верхний уровень. Ты имеешь в виду... Вот это? Успех, осталось еще две. Конечно, связи. До конца связи. Ну давай. А, да, вот всю воду выкачал. Не, я думаю, лучше сохраниться. Сохраниться. Окей. Блин, я не знаю, если Рилли был бы тут какой-то хотя бы опыт, мини-опыт. О, модуль. Тупая осьминожка. Думала, все так просто, да? А нихера. Так, там мы все изучили. Окей. Чтоб было теперь 9 у нас хп. А, акведук, это имеется в виду, это вообще сейчас у нас. Ладно. Да, ёлки-палки. Это для кошек? Нет. Это не для кошек. Ну да. Как же еще легче попасть в ловушку? Из-за двоих вернул. Окей. Здесь не поможет мне ничего. Рыбки я такой только по диагонали. Ой, стоять, там есть труба. То почему-то я просто не заметил. Ок. Ок.
Классненько. Ладно, пронесло. Да, нужно было выпрыгивать с костюма. Ладно. Видан. Сейчас это быстренько момент пробежим. И тогда тоже урон получил, поэтому нормально. Спидран, спидран, спидран. Так, тупые рыбы. Так, минус одна. Готово, полетели. Так, у нас три хпшки еще. Мы деремся, просто пролетаем, да и все. Просто пролетаем. Точно. А, там дверь, поэтому нет. Там дверь, поэтому нет. Сори. Так, сохранились, окей. Чё вот это за проход вниз? Подожди. Ну вылезь. А, тупик, я понял. Или это когда мы отсюда воду вытащим? Хорошо, нам нужно провести, да? Да. Костюм. Ну хотя бы он быстро приезжает. И то радует. Ну, типа так быстренько, быстренько, чух-чух-чух. И все готово. Ясно. Буду знать, что это мины. Босс? А, это мне придется с костюма вылазить. Если нет, тогда это нормально. Все, изи. Мне даже в воду не нужно было прыгать. Там, короче, нужно было просто комбинировать. Это мне повезло, что у меня ракетница была много раз. Ой, может подождите. А хотя вам плевать. Все равно сейчас туда пойдем. Так, воду выкачали. Скорее всего, тут еще одна осталась. Давай, Кики, у тебя получилось. Так, обязательно получится. Тутун. Тут-тут-тут-тут.
Тун-тун-тун-тун-тун. Так, вниз, хорошо. Ну, видите, типа, здесь ничего нету, на самом деле что-то есть. Найден картридж. Разблокированная гамма морская. Попробую включить ее через меню. Конец связи. Походу, картридж это чисто для включения эффектов. Так, окей. Нужно сразу смотреть, нету ли тут секретных дверей никаких. Так, ладно, там по прямой куда-то можно вниз, вверх. Так, окей. По прямой, да, можно? Окей. А могу. А, тут нету, да? Или есть стоять? Сейчас попробуем. А, не допрыгну туда, хотя. Автосмерть. Давай, поехали. Автосмерть. Зачем я это сделал? Ну, сейчас увидите. Мы это очень быстро сейчас провернем. А, меня сохранило тут аж. Я кассету подобрал. Я, короче, хочу с помощью костюма или без костюма быстро наверх забраться. Хорошо. Сейчас попробуем. По идее получится. Ой, плевать. Готово. Вот здесь мы с вами что делаем? Убиваем этих. Оп. Тогда да. Тогда да, здесь сложнее будет. Окей. Ничего не пропускаю, нет. Тут сохранение. Или нет? А, мины ломаются. Отлично. Мины ломаются. Отличненько. Так, лучше сильно не так не спешить, я понимаю. Чисто арена. Ауч. Блин, жалко, что их пули не берут. Так, у меня 3 хп, ладно. Я аж сюда приехал на нем. На этом костюмчике.
А, то есть она все равно вкрутится, в принципе, в одну сторону. Поэтому там, в принципе, все равно даже. Я могу все равно прыгать по этому, поэтому не страшно. Да, именно так. Именно так. Сразу берем лодку. И, как я понимаю, босс. Кики, на радаре что-то странное, там что... тупик? Мяу. Ой, там мышь, фу, мерзость какая. Ха-ха-ха. Опять мне всякая... так, ерунда мерещится. Мяу. Кики, убей мышь. Вау, вау, вау. А оно отнимает по 2 хп сразу? В смысле? О! Знаете, как это тяжко? Это очень тяжко. Ох, это сложно. Да. Ня. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да ёлки-палки. Так, тихо-тихо получается. Да ладно! Там дальше жопа. Короче, здесь уже фазы есть. Подожди, а там тоже были фазы? Блин, ну здесь я идеально начал играть, типа. Вошел в темп именно самой машины. И такое вот получилось. Ау. Ну, я приноравлюсь, скорее всего, скоро. Да ёлки-палки, чё с вами не так? Вау, вау, вау! Фух, ты ж ё-моё. Это сложно. Нет, на самом деле, если кнопку атаки на другую поставить, то будет значительно быстрее. Потому что, чем быстрее ты нажимаешь на атаку, вот, допустим,
Вот так я могу атаковать, если у меня будет другая клавиша. Гамма по умолчанию. Стоять. Древесина морская. Давайте, хотите, морскую возьмем. Хотя нет, слишком такая. Ладно. Окей. Ох, тихо. Фух. Ой, аж рука заболела. Уф. Кики, ты у меня такая солнышко. Обязательно за... Так. Затребую у командированного... Так, вздор детализаторов. Все идет дальше. Осталась последняя вода... Так. Водокачка. Последняя водокачка. В принципе, можно было прыгнуть. Все было бы нормально. Так, мы скачались с последней, да? Последняя умница, Кики. Мяу. И теперь нужно вернуться в... Не, не вкус. Мне бы двойной прыжок, либо что-то типа того. Чтоб я мог вернуться туда обратно, где был. Ух ты ж, ё-моё ж. Стой, там что-то есть? Блять, ладно. А смысла, я все равно туда не залезу. Изи. Опа. Найден модуль суперпрыжка. Кики, ты теперь можешь сделать суперпрыжок. Нажми в воздухе, чтобы ранить врага. Слушай, а ты уже прилично костюм усилила? Конечно, конец связи. Ух ты. Но я все равно не так высоко, да, прыгаю. Хотя, подождите, я могу сделать так. Стоять. Там есть же проход, я надеюсь. Или там нету прохода, а ну. А, тут прохода нету. Я думаю, чем я показала проход, да, никуда не пошел. Ну, давайте на выход. Окей, добро. Отлично. Отличная реакция.
Не, ну на самом деле, типа, вещь прикольная, но... довольно опасная. Ах, ты ж ёбая, я понял. Возвращаемся. Назад, назад, назад. Может сохраниться. Окей. Еще один журнал. Еще и... Так, это еще что такое? Рабочий журнал доктора Хенрейха Дейнс 424. Работа здесь куда сложнее, чем я думал. Разработка этого оборудования, так, оборонительного оружия глубоко против моей природы. Неужели общегалактическая безопасность оправдывает столь ужасное разрушение, столько нечеловеческой жизни? И это охранники. Я снова чувствую себя студентом. Я им один в углу, который... Пока они отпускают в мой адрес одну глупую шутку за другой. Ну ничего, через год мой контракт закончится. Будем надеяться, время так пролетит незаметно. Окей. Картридж, что теперь? А, гамма портовая. Пипец, оно по глазам сильно, да, бьет, когда типа меняется. Так оно жопа как бьет. Она жопа как бьет по глазам. Ладно, давайте тогда вниз. Стой, это. Да, это та комната. Ой, я аж сохранился точно. А-а-а. Ну, я понял, в чем тут дело. Нужно от мины. Так, слушайте, это сложно. Манать. Последний могу не становиться. Хорошо. Это ради еще одной кассеты. Картриджа. Разблокирована клейкая. О, это знаете, Fallout. Не, ну на самом деле фильтров туда хера. Фильтров-то всегда до хера. Так, подожди, а куда мне? Мне выше. Да? Пойди, да. Пойди сюда. Я могу, в принципе, попытаться выбраться наружу. Я имею в виду наружу-наружу. О, стой, я ж там воду откачал, да? А ну-ка.
Дык-дык-дык-дык. О, плюс хп, макс. О, плюс еще картридж, нихера себе. Кофейная. Конец связи. Ни хрена себе, запомнили. Ну да, здесь опасно, типа, сдохнуть кошейку. Кошейку умрет и все. Стой, а как мне это провернуть? Да сложно стоять. Это мне нужно, получается, отсюда зацепить ту хрень. Или даже не отсюда, а отсюда. Ну, короче, откуда-то мне нужно ее зацепить, чтобы сделать еще один. Она очень быстро меня отталкивает. Во! Так, отлично. Плюс найден модуль прочности. Ну, я не знаю, есть, типа, у меня способность полета, будет ли она. Но то, что я смог с помощью двойного прыжка, типа, убив и залетев, это хорошо помогает. А, смотрите, а там что-то, да, есть. Но мы можем, в принципе, на этом закончить. Или, ладно, давайте туда сходим. И после закончим. Он не допрыгивает. Еще раз попытаться. Давай еще раз. Да, он просто не долетает. Ну, в принципе, я могу либо в бок пойти, либо... Хотя давайте посмотрим. А, только одна галочка. Давайте, я думаю, на этом закончим. В следующей серии мы поднимемся наверх и заберем то, что там мы не собрали. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.